Хоккейный клуб «Адмирал» в очередном домашнем матче встречался с «Амуром». За всю свою историю приморская команда встречалась с хабаровчанами 15 раз, чаще, чем с каким-либо другим соперником. В 10 матчах сильнее оказывались моряки. Подпортить нашу статистику «Тигры» смогли с самого начала игры. Уже под конец первого периода гости открыли счет. Налимова, только недавно вернувшегося после командировки из США, распечатал нападающий Максим Кондратьев. Второй игровой отрезок «Адмирал» провел целиком в атаке, правда, безрезультативно. Голкипер хабаровчан отбивал и ловил все шайбы. А в третьем периоде «Амур» и вовсе понял, что отсиживаться в обороне при счете 1-0 опасно, и тоже начал давить. Но забить следующим удалось все-таки хозяевам. Виктор Александров вколотил шайбу с пятака. Уходить на проклятые буллиты моряки явно не хотели, и в итоге умудрились на последних минутах выйти вперед. Победу «Адмиралу» принес Владимир Ткачев. 2-1. Болельщикам спасибо, то есть пришли нас поддержать, и хорошая была поддержка, и мы рады видеть их здесь, то есть, ну а от самого дерби, то есть заряженная игра, то есть от ножа, и я думаю, в такие игры надо переживать, и это только на пользу. Мы делали все, играли неплохо, в общем-то, матчи 1-0 выигрывается, просто нужно правильно играть, и, к сожалению, еще раз, еще было. Индивидуальные ошибки игроков привели к поражению. Мы, к сожалению, очень плохо начали первый период. Такое ощущение было, да, что было продолжение прошлой игры с трактором. То есть, как будто не проснулись. Вот. Ну, и может даже и хорошо, что проиграли. Почему? Потому что во втором периоде пришлось уже идти в атаку, где-то немножко проснулись, я считаю, уже второй-третий период отыграли намного-намного лучше. Приморский клуб теперь находится на пятой строчке в конференции «Восток» и имеет 37 очков за 24 игры. Впереди у «Адмирала» два домашних матча с китайской командой «Куньлунь», которые состоятся 29 и 31 октября. Во Владивостоке разыграли Кубок города по кудо. В соревнованиях приняли участие около 140 спортсменов из клубов единоборств Владивостока и Артема. На старте сезона всех бойцов ждал сразу серьезный отбор. Кудоисты сражались за путевки на краевой турнир. Как отметил руководитель городской федерации Денис Сивопляс, в Кубке участвовали спортсмены, имеющие начальные пояса. И, по его мнению, в поединках с титулованными спортсменами они показали достойные результаты. Турнир проходил по олимпийской системе с выбыванием проигравшего. В итоге своих обладателей нашли 28 комплектов наград. Напомню, что по итогам этих соревнований будет сформирована сборная Владивостока, которая представит город на чемпионате и первенстве Приморского края 12 ноября в Артеме. Максим Яковлев, новости спорта на Восьмом.